Добрый вечер, друзья! С Новым годом вас всех! С Рождеством Христовым! Спасибо, что вы сегодня находитесь здесь, в этом прекрасном клубе. Сегодня будет программа под названием «Джаз с армянским акцентом». Авторский проект. Автором являюсь я Артем Лаваян. Спасибо. Со мной вместе на этой сцене мои друзья, прекрасные музыканты. Григорий Малян, контрабас. Вархан Бабаян, ударные. Элош Акифева, перкуссия. Антон Залетаев, саксофон. И Максим Дуров, труба. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Следующая композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Ностальжи».
Спасибо. Thank you.
Я по Антону и Максиму успел соскучиться. Спасибо, что вы здесь. Thank you.
Спасибо. Спасибо большое. Да. Теперь скажу вслух. Следующая песня называется, не песня, а пьеса, называется «Караван». Но это «Караван» от меня. Thank you.
Хорошо, спасибо.
первое отделение концерта, после перерыва мы продолжим нашу программу. Спасибо. Ну а мы продолжим нашу программу под названием «Джаз с армянским акцентом». Для того, чтобы продолжить программу, я приглашаю на эту сцену Григорий Малян, контрабас, Иван Бабаян, ударный, thank you.
Сюда. А вот они. Мелоша и Фева. Перкуссия. Максим Дуров труба. И Антон залетает саксофон. Thank you.
Антон Залетаев, Максим Дуров, Элэш Акателла, Вархан Бабаян, Григорий Баян, Артем Лавров.
Спасибо большое. Хотелось бы вас еще раз поздравить с Новым годом, с Рождеством Христовым. Ну, спасибо, что вы были сегодня здесь, слушали мою музыку под названием «Диасагнанским акцентом». И позвольте еще раз представить музыкантов. Спасибо им от меня большое, что они были рядом. И эта музыка сегодня звучала именно так, как вы ее слышали. Григорий Малян, контрабас. Вартан Бабаян, ударный. Элош Акифева, перкуссия. Антон Залетаев, саксофон. Максим Дуров, труба. За этим инструментом сегодня сидел Артем Лаванин. Так, здесь...